שבת שלום לכולם, למשפחת שבי ציון בארץ ובחול, כל מי שצופה בנו. Шаббат шалом всем из семьи Шавей Цион, возвращенный на Цион, и здесь, в общине, и все, кто нас смотрят в Израиле и за границей. Как Моше Давид Амар, шне парашот шаву айом, ницавим вейлех. И как уже Давид сказал, сегодня выпало читать две недельные главы «Ницавим вейлех». Айом ешли схуд миухедет, ши нитнали лэдэй кадош баруху, лекро это параша, бигла кама сибот. Сегодня Господь позволил мне, я принимаю это за большую честь, и на это есть несколько причин толковать именно сегодняшнюю главу. Сиба эхад, ше зот шаббат ахруна башана шелахшав. Это параша чего ахруна? Во-первых, это последняя суббота перед новым годом еврейским, перед праздником Труб. Шаббат аба, если на Рош ха-шана, хаг меод хашув. В следующий шаббат у нас мы будем праздновать праздник Труб, большой праздник. Поэтому я всем желаю хороших, прекрасных праздников. Сегодня у моей дорогой жены день рождения. Я благодарю Бога за то, что весь год Он нас благословлял и хранил, и защищал, и все было у нас хорошо. ואומרים בכלל ששבת אחרונה של של השנה לפני ראש שנה שבת מיוחדת ששבת שמלאה בברכות. И по традиции последний шаббат перед праздником Труб это особенное время, полное благословений. והסיבה העיקרית אני חושב שקדוש ברוך הוא נתן לי אפשרות היום לעמוד מולכם מול הקהל הקדוש הזה. И самая основная причина и главная это просто, что Господь позволил мне в святом собрании его стоять и говорить его слово. Это то, что это основная мысль, которую мы читаем в этой главе. Аз Моше бен 120 беадам вугар меод. Итак, Моше Моисей, которому 120 лет, он очень пожилой человек в преклонном возрасте. Уже более 70 лет служит народу Израиля. И он уже знает, что он не зайдет в обетованную землю. И несмотря на то, что он это знает, он продолжает, потому что целью его жизни является соединять народ Израиля с его Богом. И до того, как он передает бразды правления Иисусу Навину, он хочет еще раз и еще раз напомнить, и чтобы народ крепко взял себе завет, который он заключил с Богом. Обычно, когда я читаю недельную главу, я для себя беру какие-то важные вещи, отмечаю их, а здесь нет такого ощущения, как будто просто отметить всю главу, потому что каждое слово, каждое предложение важно, и просто сказать «Амейн» в конце. Когда я читаю эти заповеди, которые Моисей передает народу, у меня возникает ощущение, как будто отец разговаривает со своим сыном. Потому
И потому что наша задача как родителей, и это правильно, если мы делаем максимально, для того, чтобы приготовить наших детей к сложному и не всегда понятному миру. И когда мы что-то говорим нашим детям делать или не делать, наша единственная цель — это сделать так, чтобы им в будущем было хорошо. Я буду читать эту главу, начну читать главу на русском языке сразу. Я хочу с самого прочитать последнее предложение предыдущей главы. Кому говорит Моше эти слова? Кому он говорит? Кому он обращается? Соблюдайте же условия этого договора и выполняйте их, и будет вам удача во всех ваших делах. Это то, что отцы говорят своим детям. Делай то, что я тебе говорю, чтобы тебе было хорошо. Чтобы у тебя было благословение. И потом начинается глава. Все вы стоите ныне перед Господом вашим Богом, вожди, главы племен, старейшины, старосты, все сыны Израилевы, и дети, и женщины, и переселенцы, живущие среди вас, от дровосека до водоноса, выступайте в скрепленном пролетариями договор с Господом вашим Богом. Господь ваш Бог заключает с вами ныне этот договор, чтобы сделать вас своим народом и стать вашим Богом. Здесь мы видим, что Моисей обращается ко всему народу без исключения. Есть мале да тот бенем шелахим адрузим шелану, ше рак куаним эм микуравим ле торатам. Ве ров аам ле оде... Есть некоторые религии, например, у наших братьев-друзов, когда только избранные священники приближены к Богу, к Его Слову, а народ отдален, и есть даже такие религии, где нельзя просто людину или просто не священнику приближаться к Святому или к Божьему Слову. А здесь мы видим, что Моисей обращается ко всем старикам, мужчинам, женщинам, детям, ко всем абсолютно. Живущие среди вас от дровосека до водоноса. И здесь он особенно выделяет две профессии, дровосека и водоноса, то есть это физический труд, это обычно не богатые люди. И можно тогда подумать, почему именно эти две профессии он выделяет. Они вроде бы одинаково сложные по своей физическому, по своему физическому усилию. И мне кажется, что это две профессии, которые с одной начинаются, другой заканчивается, включают в себя все виды деятельности народа Израиля. То есть он еще раз подчеркивает, что он обращается абсолютно ко всем, начиная с младенца и заканчивая последним из народа Израиля. Этот договор и с теми, кто ныне стоит здесь вместе с нами перед Господом нашим Богом, и с теми, кого нет с нами ныне. Стомерет угам поне омер шигам анашим шиним цаим по вегам кола дорот абаим. И он просто подчеркивает здесь, что завет заключен с теми, кто здесь находится, и с будущими поколениями, и с теми, кто был, есть и будет. Это вечный завет во веки веков.
И зачем нужен был этот завет между Богом и народом Израиля? כמו שאנחנו רואים, כל הזמן עם ישראל רצה להיות כמו שאר העמים וכל הזמן ברח מהברית הזה בין אלוהים לעם. Как мы видим, на протяжении истории всегда народ израильский стремился не быть отделенным, а быть как другие народы. ומשה כל הזמן נלחם עליהם והתחנן מול אלוהים. Моше постоянно был ходатаем и вставал в пролом за народ для того, чтобы Бог оставался верным своему завету. И основной завет, основная цель этого завета, который Бог заключил для того, чтобы хранить свой народ святым, то есть отделенным, чтобы соблюдали его заповеди и ходили его путями. Мы видим, к сожалению, что народ Израиля часто не соблюдал этот завет, заключенный с Богом. Сегодня, когда мы читали молитву Амида, там есть такие слова «Бог, воскрешающий мертвых». Все люди, которые находятся вне завета с Богом, не знающие Его, не соблюдающие Его заповеди, духовно мертвы. И мы знаем, что наш Бог — это Бог милости и любви. И дальше в 30 главе мы читаем, что Израиль, который не будет соблюдать заповеди Бога, наведет на себя проклятие, но его состояние не безнадежно. Он, Бог ему всегда показывает этот свет в конце туннеля. Ваза не крата, это перекошлушим. Когда сбудется все это благословение, проклятие, которое я предложил вам, и вы, живя между тех народов, среди которых рассеет вас Господь ваш Бог, за камуван медубар аль кола ам Исраэль, шим ифузар баулам. Говорится про народ Израиля, который рассеян по всем народам. Ше им хаим бен амим ахарим, ворцим лихиот кма амим ахарим, ויכולים אפילו לשכוח את אלוהים. Те, которые живут среди народов и хотят жить как другие народы и забывают своего Бога. Ваш Бог, одумайтесь и вернётесь к Господу вашему Богу и станьте вместе с детьми своими, слушайте его все сердцем, все душой, исполняя все то, что возвещаю вам ныне. אני רוצה לשים דגש שאם אתם תחזירו בתשובה ביחד עם הילדים שלכם, לא רק אתם, אלא תשקיעו בילדים. И я еще здесь увидел пункт, когда Бог говорит не только вы, но ваши дети. То есть для Него важно, чтобы мы и следующее поколение искали Его и каялись перед Ним. Тогда Господь, ваш Бог, вернет вам прежнее благоденствие. Он помилует вас и вновь соберет вас, уведя вас от народов, среди которых Он вас рассеял. Даже если вы будете рассеяны до края небес, и оттуда соберет вам Господь ваш Бог, и оттуда Он вернет вас. Господь ваш Бог приведет вас в страну, которую владели отцы ваши, и вы снова владеете ее. Он сотворит вам еще больше добра, чем отцам вашим, и сделает вас еще более многочисленными, чем они. Господь ваш Бог сделает обрезанными ваши сердца и сердца ваших потомков, чтобы вы любили Господа вашего Бога всем сердцем и всей душой и остались живы. לפי דעתי, לפחות אצלי ככה, זה ממש מצביע על ישועה, על ישוע. То, что здесь я вижу, показывает на спасение через Господа Ишуа. כי ישוע אמר שאני אביא לכם, יהיה לכם
Потому что Господь Иешуа всегда ставил ударение на то, что Его закон Он напишет на наших сердцах. И что завет, который Бог дал с нашей плотью, будет не просто физическое обрезание, а обрезание наших сердец. ובהמשך אנחנו רואים הרבה вот я предлагаю בפסוק בפרק 30 פסוק 15 вот я предлагаю вам жизнь и благо или же смерть и горе. Потом в 15 стихе 31 главы написано, что Бог предлагает нам сделать выбор. Ибо ныне я повелеваю вам любить Господа вашего Бога, ходить путями Его, исполнять повеления, предписания и законы. Тогда вы будете живы и многочисленны, и Господь ваш Бог благословит вас в той стране, которую вы идете в хорошей, в которой владеете. Отпам, медубар аль маскирим по хаим, машу шня, шатем тиу хаим, ло митим, שמלאים בחט, אלא אתם תהיו חיים, וגם ישוע אמר, אני החיים, אני המים החיים. И здесь опять Бог говорит, избери жизнь, и также Господь Иешуа говорит нам, что Он есть жизнь вечная. אני רוצה בסוף לקרוא את הפרקים האחרונים, עוד פעם, מה שאמרתי בהתחלה, מרוב שכל הדברים האלה פשוט לקרוא את הפרק ולהגיד אמן בסוף. И как я уже сказал, что вся эта глава, она наполнена смыслом, и просто читать ее, и в конце каждого слова говорить амен, и я прочитаю последний отрывок. אני חושב שאם אנחנו כולנו פה, אז אנחנו כבר בחרנו חיים. И я думаю, что если мы находимся здесь, то мы те, которые выбрали жизнь. И мы, по крайней мере, пытаемся делать то, что заповедал нам Моше перед своей смертью, выбирать жизнь, благословение и следование за Богом. Я призываю ныне свидетелей неба и землю. Жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Выберите жизнь, и тогда вы и потомки ваши будете живы, и будете любить Господа вашего Бога, и слушаться Его, и будете Ему верны. В Нем ваша жизнь, долгая жизнь в той стране, которую Он поклялся дать вашим прародителям Аврааму, Исааку и Якову. Выбирайте жизнь, ребята. Шаббат шалом.